10 апреля 1912 года. Город Саутгемптон, Англия. Сотни людей стоят в морском порту. Гремит королевский оркестр. Корреспонденты британских мировых изданий бросаются к шикарным авто, из которых величественно выходят всемирно известные артисты, политики, миллионеры со всего света. Два слова, сэр. Всего два слова. На ходу, отвечая назойливым репортерам, знаменитости шествуют к трапу огромного парохода. Суперлайнер «Титаник» готовится к своему первому плаванию. К середине дня каюты заполнены. Нет только главного гостя, владельца «Титаника» Джона Пирпонта Моргана. Отплытие задерживают. Морган наконец появляется. Но после короткого разговора с капитаном за плотно закрытыми дверями в каюте мультимиллионер покидает лайнер. Почему же Морган в последний момент вдруг отменил свое путешествие на собственном корабле, которым так гордился? Предчувствовал скорую гибель «Титаника» или сам готовил ее? Какую невероятную версию самой жуткой морской катастрофы до сих пор обсуждают историки? Кому же на самом деле была выгодна гибель лайнера? Кто скрывал приближение беды? Зачем в полной темноте капитан вел корабль на предельной скорости? И тут простого объяснения того, что причиной катастрофы было столкновение с айсбергом, явно недостаточно. Четвертые сутки путешествия. Северная Атлантика. Темнеет. Сияющий электрическими огнями лайнер высотой с 10-этажный дом на всех парах летит по волнам океана. Как только не называли «Титаник» газетчики перед его первым рейсом. Стальной колосс, слава Британии, король морей. Но чаще всего звучало одно слово – непотопляемый. Его с гордостью повторяли инженеры верфи в Ливерпуле, где по невиданным до этого технологиям строили «Титаник». Корпус особой прочности, устойчивость при самых злых штормах, мощь двигателей небывалая. Все были уверены, что «Титаник» такой гигантский корабль вряд ли подвержен каким-то морским испытаниям, он любые морские испытания выдержит. Но были люди, которые говорили: берегитесь, судьба «Титаника» предрешена, и будет она ужасной. Откуда взялись эти странные предсказания? В середине 90-х годов 19 века старый моряк по фамилии Робертсон написал фантастическую повесть о крушении корабля. Тираж был крошечный. Кому нужен был опус очередного графомана? И все-таки кое-кто эту книгу прочел. Она называлась так: «Тщетность или гибель Титана». Титан? Титаник? Как похоже. Но дальше полная мистика. За 12 лет до строительства «Титаника» описал, за 14 лет до гибели описал корабль абсолютно, так сказать, в деталях похожий на «Титаник», и предсказал его гибель, включая середину апреля, ночь, количество пассажиров на борту и так далее. Прочитавшие повесть Робертсона предупреждали о грядущей беде. Газеты называли их сумасшедшими. Голоса этих людей утонули в потоке восторженных возгласов о сверхнадежности «Титаника». Это не судно, это морской бог. Его величие, его, так сказать, великолепие, оно, в общем-то, опередило умы людей. Это было судно даже не 20 века, называли его даже судном 21 века. Российский ученый Анатолий Сагалевич – один из немногих людей, которые наяву видели все, что осталось от великого корабля. Спустя 80 лет после его гибели, в 92-м, Сагалевич со своей командой спускался на подводных аппаратах «Мир-1» и «Мир-2» на 4-километровую глубину к месту, где лежит «Титаник». Он оброс ржавчиной, тут сосульки ржавчины такие и так далее. Вот мы, значит, поднимаемся, и вот мы видим палубу
ржавую палубу, там якорные цепи. Там. Первое, конечно, ощущение такое чисто человеческое, почему все это произошло, этого могло бы не быть. А тогда, в начале 20 века, никто из создателей «Титаника» даже представить себе не мог, какая судьба ждет их великолепное детище. 14 апреля 1912 года. Поздний вечер. Пассажиры первого класса веселятся в ресторане верхней палубы. Танцы под музыку великолепного джаз-бенда под управлением молодого дирижера Уоллеса Хартли. Через несколько часов эти виртуозы покажут себя истинными героями. А пока, в туманной ночи океана, на палубе продолжается грандиозный праздник. Это был корабль миллионеров, это был дорогущий, роскошный отель плавучий. Ведь реально очевидцы говорили о том, что каюты первого класса – это были абсолютные каюты люкс самых дорогих отелей европейских той поры. Первый рейс «Титаника» – Саутгемптон, Нью-Йорк – богатейшие люди мира считали не просто веселым приключением, не просто фешенебельным круизом по волнам океана. Это был престиж, ощущение собственной избранности. За каждый билет на «Титаник» шла настоящая битва. Пройдет время, и одна из британских газет назовет эти билеты пропуском в ад. Каюты первого класса были распроданы мгновенно по баснословным ценам. Каюты второго класса были гораздо скромнее, но их тоже мгновенно раскупали люди с достатком. Третий класс заняли в основном эмигранты из Европы, которые целыми семьями уезжали в США искать лучшей доли. Мелкие торговцы, разорившиеся фермеры, клерки, рабочие. Чтобы попасть в битком набитый третий класс, почти все они отдали последнее. Для того, чтобы купить билет третьего класса на этот корабль, простой рабочей европейской семье нужно было копить 5 лет. В тесной каюте третьего класса ютилась семья электрика из Англии Фредерика Гудвина. Он сам, жена и 6 детей. Гудвин, в отличие от большинства эмигрантов, не копил деньги на заветный билет годами. Рабочий занял их у родственников и друзей. В американском городке Ниагара-Фоллс ему обещали работу на местной электростанции и немыслимый по европейским меркам оклад. И Гудвин влез в долги. Вначале он купил билет на другой пароход, но потом с огромным трудом перерегистрировался на быстроходный «Титаник». Он очень спешил. Младшему сыну Фредерика Сиднею исполнилось 1,5 года. Потом этот малыш станет героем одной из самых пронзительных, самых невероятных историй, связанной с трагической судьбой «Титаника». Об этом мы еще расскажем. Ну а в тот вечер мальчик сладко спал на маминых руках. К 11 часам вечера на палубах 2 и 3 класса безлюдно. Ледяной ветер загоняет пассажиров в каюты. Появляться в роскошных салонах, где веселятся избранные, им запрещено. В ресторане верхней палубы продолжается бал миллионеров. Женский смех, голоса крепко выпивших мужчин, гремит оркестр. В разгар веселья у столиков появляется капитан «Титаника» Эдвард Джон Смит. Седобородый красавец, широкие плечи, парадный китель сидит на нем, как влитой. Капитан произносит первый тост за гостей. Второй – за лучшую в мире команду, лучшего в мире великого и непотопляемого корабля. Пассажиры «Титаника» восхищались. Вот настоящий морской волк, надежный, как скала. Никто из этих людей не знал, каких бед успел натворить этот морской волк. 1889 год. У входа в гавань Нью-Йорка 39-летний капитан Эдвард Джон Смит посадил на мель пароход «Репаблик». Труба парохода раскололась и рухнула на палубу. 3 матросов погибли, 7 изувечены. 1890 год. Та же история у берегов Бразилии. На мель сел вверенный Смиту пароход «Коптик». Огромные разрушения. 1904 год. Пожар на судне «Мажестик». Догадайтесь, кто капитан? Эдвард Джон Смит. 1906 год. Перед выходом в море рядом с Ливерпулем загорелся пассажирский лайнер под названием «Балтик». Вел судно все тот же Смит.
Но вот что поразительно. За 2 года до этой аварии он получил высшее для капитана тех времен звание – коммодор крупнейшей судоходной компании White Star Line. С этого момента Смит водил только самые лучшие и самые большие суда этой фирмы. Смит был в состоянии максимальной неэффективности. Он был запрограммирован на совершение опасных, критически неосмысленных действий. Руководство White Star Line словно не замечало тяжелейших промахов своего капитана. Именно Эдвард Смит в мае 2011 года был назначен на новый флагман компании – океанский лайнер «Олимпик». Видавшие виды моряки в портовых кабаках говорили друг другу: «На Олимпик не пойдем. Где капитаном поставлен Смит, там беда». Еще при проведении судовых испытаний в устье реки Саутгемптон-Рива под руководством капитана Смита «Олимпик» совершил судовое происшествие. Он столкнулся с британским броненосным крейсером «Хок». Получил тяжелейшие повреждения. Английский суд и адмиралтейство признали виновным в этом происшествии судоводителя Смита. «Олимпик» поставили на долгий и очень дорогой ремонт. Но даже после такой аварии именно Смит был назначен капитаном «Титаника». Почему? К загадке этого высшей степени странного решения мы еще вернемся. 14 апреля 1912 года, без 5:11 вечера. В радиорубке «Титаника» слышны звуки морзянки. Пароход «Калифорниец» идет параллельным курсом, но чуть впереди. «Мы окружены льдами», — радирует с этого корабля. «Огромное скопление айсбергов. Наши координаты». Не дослушав, радист «Титаника» Брайт нагло обрывает коллегу. «Заткнись! Ты сбиваешь мою волну!» Ну, грубейшее нарушение морского устава. О сигнале такого рода нужно без промедления доложить капитану. Чем же занимался в эти минуты радист «Титаника»? В радиорубке, куда посторонних не пускают ни при каких обстоятельствах, в это самое время сидит пассажир первого класса и заплетающимся языком диктует послание друзьям в Америку. «Плыву к вам на этом чуде света». В благодарность он оставляет радисту Брайду несколько долларов и бутылку отменного виски. Сообщение о ледовой опасности по курсу «Титаника» на капитанский мостик так и не поступает. Океан, он всегда каким-то образом опасен, и надо более тщательно подходить к вопросам навигации. Высоко над палубой в специальной корзине сидит матрос Фредерик Флит. По терминологии моряков, вперед смотрящий. Это сейчас там есть локаторы, ну а в то время этого не было. Но и там были вперед смотрящие. Вместо локаторов там сидели люди на мачте в специальном таком, значит, вороньем гнезде. И вот смотрели в бинокль. Ночь, туман, сильный ветер. У вперед смотрящего слезятся глаза. Но опытный матрос успевает заметить впереди огромный айсберг и трижды бьет в колокол. Это означает, впереди препятствие. Сигнал принят на капитанском мостике. Коммодора Смита там нет. После пышных тостов в ресторане он ушел спать. Смит отдает все-таки приказание первому помощнику Мердоку, уходя спать в ночь с 14 на 15 апреля, держать максимальную скорость. Причем корабль идет ночью среди льдов. О том, что есть льды, Смит знает наверняка. Ночь безлунная. В кромешной темноте корабль водоизмещением около 60 тысяч тонн несется со скоростью 40 км в час. Для пассажирского лайнера, да еще такого огромного, это неимоверная скорость. Почему капитан так рисковал в этой тьме, среди льдов океана? Заветной мечтой британских судоходных компаний того времени была голубая лента «Атлантики» – приз, который вручался самым быстроходным пароходом. Особый знак и высшее отличие. Ну и, кстати, лучшая реклама. Но самое главное – хозяевам самых быстроходных кораблей правительство Великобритании выделяло огромные денежные субсидии. Рекордсменами скорости тогда считались 2 британских парохода – оба обладатели голубой ленты – «Мавритания» и «Лузитания». Ими владела компания «Кунард Лайн»,
руководство White Star во что бы то ни стало стремилось обойти конкурента. И главным козырем в борьбе за голубую ленту стал «Титаник», которым управлял капитан Смит, моряк с подмоченной репутацией. За ним страшное судебное дело с огромными рисками по поводу повреждения «Олимпика». Надо это компенсировать, поэтому ну, кто лучше подходит на роль послушного капитана, который будет делать ровно то, что ему скажет хозяин. Отсюда абсолютное пренебрежение мерами безопасности, которые допускает Смит. Перед отплытием «Титаника» на секретном совете компании White Star Line Смиту впрямую заявляют: получишь голубую ленту «Атлантики», спишем все грехи, да еще и деньжонок подкинем. Смиту на момент выхода в море было 62 года, и объявлялось, что это его последний рейс. И после совершения рекордного перехода из Саутгемптона в Нью-Йорк, он с почестями уходит почивать на лавре. Амбиции хозяев компании и личные планы старого капитана совпали. С самого начала рейса Смит приказал выжимать из машин «Титаника» все возможное, даже ночью, чтобы побить достижения конкурентов. Это был не просто риск. Игра со смертью. На мостике капитан, отвечаясь за жизнь людей, которые находятся на этом транспортном средстве. Лайнер стремительно приближался к ледяной глыбе. Сбавлять ход поздно. До страшного столкновения остаются секунды. В силу огромной скорости и инерции корабль, практически не тормозя, продолжал двигаться строго в сторону айсберга. И только на оставшемся отрезке чуть-чуть он сумел уклониться. Но этого было недостаточно, чтобы увернуться, и, к сожалению, достаточно, чтобы повредить 5 отсеков в носовой части корабля с правого борта, что гарантированно означало затопление корабля. В эти мгновения управляет лайнером первый помощник капитана Уильям Мердок вместо спящего коммодора Смита. Мердок отдает абсолютно безграмотную в такой ситуации команду: лево руля, задний ход. Если бы не этот приказ, «Титаник» еще можно было бы спасти. Все, что нужно было делать при грамотном управлении, когда уже все упущено, вот просто лоб в лоб. Вот. И «Титаник» должен был просто носом протаранить этот айсберг. Ну, может быть, одна секция вышла бы из строя, заполнилась водой, и такой бы катастрофы не было. Айсберг режет борт судна, словно консервную банку. Через несколько минут после страшного удара на мостике появляется капитан. Первая же его команда немыслимая даже для новичка. Роковая ошибка. Средний вперед. Корабль непотопляемый, знает Смит. Он в это уже поверил сам. С ним ничего не может случиться серьезного. Подумаешь, там за что-то зацепились, царапнулись. Средний вперед. Через эту команду Смита в течение первых 15 минут после столкновения с айсбергом «Титаник» получает 3000 тонн воды на правый борт. В каютах первого класса давка. Все бросаются к выходу. Несколько женщин раздавлены толпой. Это первые жертвы катастрофы. Столпотворение у спасательных шлюпок. Сквозь крики ужаса еле слышны команды капитана. Смит приказывает своим помощникам первыми сажать женщин и детей. Почти все мужчины выполняют приказ. Это еще одна губительная ошибка коммодора. В панике и неразберихе матросы спускают на воду полупустые шлюпки. Ждут своей очереди супруги Штраус, пассажиры первого класса. Исидор и Ида – богатейшие люди, основатель сети самых фешенебельных магазинов, командующий шлюпочной палубой на левом борту, помощник капитан Лайт Толлер четко выполнял указания Смита сажать в шлюпки только женщин и детей. Ида Штраус села в шлюпку, а Сидора не пустили. Она вышла из шлюпки и сказала: в жизни и смерти, как когда-то клялись. Сели рядом на лавочку, и больше их никто не видел. Позже эксперты установят, при полной загрузке шлюпок могли бы спастись еще как минимум 550 человек. Исполнительный директор компании White Star Line Брюс Исмей приказ капитана не слушал. Расталкивая толпу, один из хозяев «Титаника» забрался в лодку, где были только женщины и дети. Исмей, так сказать, пользуясь своим правом владельца, оказался в шлюпке и оказался среди спасенных.
Именно Брюс Исмей следил за тем, чтобы капитан Смит вел «Титаник» на скорости выше предельной. Ему так нужна была голубая лента Атлантики. Конструкторы корабля предупреждали – 22 узла в час для этого лайнера максимум. В ту ночь «Титаник» разогнали до 27 узлов. Исмей потом всячески доказывал, что он ни в чем не виноват. Он судился, он всячески доказывал, что, так сказать, его оклеветали. Вот, ну, собственно, так вот заклеймленным раз навсегда и впоследствии ставшим изгоем по обе стороны океана, а в английском обществе навсегда, потому что он оказался не джентльменом, в отличие от Смита, Мердока, Гугенхайма, Штрауса и прочих. Но среди богатых и знаменитых пассажиров «Титаника» были и настоящие мужчины. Например, Бенджамин Гугенхайм, американский миллионер. Он усадил в шлюпку свою любовницу Леонтину О'Барр, ее горничную Эмму, и затем вместе с камердинером Виктором Джилио они переоделись во фраки и приняли смерть, попивая виски в центральном холле. А дирижер оркестра, скрипач Уоллес Хартли, вместе со своими музыкантами продолжал играть джаз на верхней палубе, чтобы поддержать людей, которые боролись со смертью. До последнего момента, до момента, пока не погас свет, не стали рушиться трубы, и весь оркестр Хартли вместе с ним погиб. А на фотографии, которая была сделана и которая стала, ну, скажем так, иконой героизма начала 20 века в Европе, написаны «Героические музыканты Титаника», которые погибли как мужчины на своем посту ночь 15 апреля 1912 года. Среди героев «Титаника» был и русский дворянин Михаил Жадовский, отставной капитан лейб-гвардии. Когда ему предложили место в последней шлюпке, Жадовский отдал его молодой француженке Жозефине де Латур со словами: «Мне 68 лет, я прожил достаточно». Что же касается пассажиров третьего класса, то их долго не пускали к спасательным лодкам. Поэтому из этих кают спаслись единицы. Когда вдруг какой-то момент сначала погас свет, потом стали раздаваться душераздирающие звуки крушащегося металла, рвущихся стальных конструкций, хлестать ледяная вода, и родители понимали, что и они, и дети обречены, что пережили в эти мгновения родители, которые лопались от гордости, знавая, что они накопили и получили шанс и могут начать новую жизнь там, в благословенной Америке. И сейчас они находят чудовищную гибель в совершенно душераздирающих условиях вместе со своими детьми, ничем не могут не защитить. Пассажиры третьего класса, супруги Линдл из Швеции, прыгнули в ледяную воду. Оба были хорошими пловцами. Успели догнать спасательную лодку. Муж забрался в нее. У жены сил уже не было. Он схватил ее за руку и тащил через борт, пока не понял: жена мертва. Он выпустил руку своей жены, ее звали Герда. Упал на дно лодки и умер от сердечного приступа, умер прямо здесь, на дне этой самой шлюпки. С руки, уходящей на дно морской жены, у него в ладони осталось кольцо. Кольцо оказалось вместе с ним, но он уже мертв, вернул это кольцо на дно шлюпки. Это кольцо нашли. Оно до сих пор хранится в мемориальном музее «Титаника». Маленький символ большой трагедии. Полночь. Старший радист лайнера Джон Филлипс шлет в эфир сигнал бедствия. Его принимают сразу 16 судов, но все они далеко от места крушения. Ближайшему пароходу плыть до «Титаника» 58 миль. 2 часа 15 минут. «Титаник» полностью уходит под воду. А с ним 1500 пассажиров и членов экипажа. Чтобы не слышать криков погибающих, в шлюпках громко поют. В 4 часа утра капитан Ростром, ведущий на предельной скорости сквозь льды свой пароход «Карпатия», пришел в район катастрофы и подобрал первую шлюпку с потрясенными, измученными людьми. Потом вторую, третью. На рассвете подошли другие суда. 712 человек спаслись. Через несколько дней стали известны первые подробности гибели «Титаника». Из показаний очевидца Лоренса Бизли спустя 8 дней после трагедии. «Титаник» медленно поднялся кормой вертикально вверх. Свет в салонах внезапно погас. В то же время раздался грохот страшного взрыва, который можно было услышать за мили. В течение нескольких минут
«Титаник», подобно башне, стоял вертикально, чернее в ясном небе. Тогда мы услышали самые страшные крики наших товарищей, которые боролись со смертью в ледяной воде и призывающих на помощь, которую мы не могли им оказать, ибо наша шлюпка была уже загружена полностью. Еще долгое время на месте гибели «Титаника», проходившие мимо суда, высаживали в шлюпках команды матросов, чтобы найти на поверхности океана вещи с погибшего лайнера. Но, кроме обломков мебели, спасательных кругов и обрывков одежды, почти ничего не было. Все, что представляло маломальскую ценность, ушло в бездну вместе с «Титаником» и казалось безвозвратно. Но кое-что все же удалось найти. В 1995 году знаменитый голливудский режиссер Джеймс Кэмерон решил снять на специальные видеокамеры обломки «Титаника» для своего одноименного фильма. Для этой операции на дне 4-километровой океанской впадины Кэмерону понадобились глубоководные аппараты. Из предложенных ему новинок он выбрал российские «Миры». К тому же именно они уже спускались к обломкам «Титаника». Вместе с одним из создателей аппаратов, Анатолием Сагалевичем и его командой, режиссер несколько раз погружался в океанские глубины, чтобы досконально изучить остов гигантского лайнера. К всеобщему изумлению, акванавты нашли в груди искореженного металла несколько изящных вещиц начала 20 века. В первую очередь сохранилось то, что не было подвластно разрушительному действию соленой воды. Очень много посуды, китайские сервизы, вот эти чашки там и блюдца, все это лежало, как будто бы лежит на полках, прямо вот в таком вот порядке. Полки уже сгнили, ушли, а это вот лежало прямо на осадке. Ну и там всякие тазы, и кувшины, и чайники, вот этого было много, люстры. Все эти вещи из кают первого класса. Его пассажиров, в том числе самых именитых, уже через несколько дней после крушения допрашивали как свидетелей. Официальное судебное заключение по делу о крушении «Титаника» гласит: гибель корабля произошла от столкновения с ледяной горой, вызванной, в свою очередь, высокой скоростью, с которой вели корабль. Главным виновником катастрофы был назван капитан Смит. Признать вину или оправдываться коммодор не мог. Он, как и старший помощник Мердок, погиб вместе со своим непотопляемым лайнером. Никто из владельцев «Титаника» виновным признан не был. Однако многие исследователи до сих пор утверждают, стремление хозяев корабля любой ценой выиграть в безумной гонке за голубую ленту Атлантики стало главной причиной катастрофы. Капитан Смит лишь исполнял их приказ, хотя, разумеется, и сам показал в момент столкновения с айсбергом верх непрофессионализма. Но есть еще одна сенсационная версия гибели «Титаника». О ней больше 100 лет предпочитали молчать даже самые смелые эксперты Европы и США, которые, казалось бы, до мелочей изучили подробности рокового рейса. Теория страховой аферы мощной, страшной по своему цинизму и последствиям, но грамотно, так сказать, простроенной с точки зрения сюжета и результата, она имеет место быть, и более того, в общем, есть объективные основания полагать, что что-то подобное могло быть. По этой версии, владельцы «Титаника», мультимиллионер Джон Пирпойнт Морган и судовая компания White Star Line планировали устроить во время рейса спровоцированную аварию. Близнец «Титаника», пароход «Олимпик», поврежденный из-за неумелых действий капитана Смита, нуждался в дорогом ремонте. Чтобы покрыть убытки, нужен был страховой случай с «Титаником». Сторонники этой версии утверждают, капитан Смит получил от хозяев задание устроить такую аварию в океане, разумеется, не смертельную, без серьезных жертв, и чтобы все выглядело реально. Наличие такой, мягко говоря, неприятности на борту создавало благоприятные условия для возникновения страхового случая. Для этого лучше всего подходило столкновение с айсбергом. Но ведь это непотопляемый корабль. После инцидента он просто ляжет в дрейф и будет ждать помощи попутных судов. За повреждение абсолютно нового корабля
Компания White Star Line и Джон Морган могли получить огромную страховую премию. Она с лихвой покрыла бы не только убытки от ремонта «Олимпика», но и почти всю стоимость строительства «Титаника». Джон Пьерпонт Морган вел переговоры с компанией Lloyd's, крупнейшей и самой авторитетной страховой компанией, занимающейся страхованием именно кораблей, о страховании «Титаника» на астрономическую сумму в 1 миллион фунт стерлингов. По тем временам фантастическая сумма. Известно, что страховая премия была выплачена. Версия об этой афере может объяснить неожиданный отказ Моргана отправиться в рейс на «Титанике». Более того, он загодя предупредил сталелитейного магната Генри Кляйферка, миллионера Вандербильта и еще около 30 своих ближайших партнеров. На борт «Титаник» ни в коем случае не подниматься. Чудовищные по безграмотности действия сначала помощника Мердока, затем и самого капитана Смита в момент сближения с айсбергом тоже можно объяснить их участием в страховой афере. Однако у этой гипотезы есть слабое место. Ну, понимаете, вообще говоря, вот это сделать невозможно. Шило в мешке не утаишь. Для того, чтобы сохранить эту тайну, надо было, чтобы вместе с кораблем ушли на дно морское, исчезли все свидетели этой аферы. Но вероятность такая существует, отрицать ее нельзя. Журналисты все-таки подозревали Джона Моргана в махинациях со страховой премией. Однако могущественный делец быстро заткнул рот и следователям, и прессе. Джон Пьерпонт Морган в современный ему, так сказать, период был самой влиятельной фигурой с точки зрения, не знаю, там, политики, экономики той поры. Ну и, так сказать, власть денег, многое можно было действительно реально фальсифицировать, исказить. В самом начале Второй мировой войны, зимой 40-го, немецкая бомба разрушила архивное здание Лондона. В пламени сгорели все материалы уголовного дела о гибели «Титаника». Копий тоже не осталось. Но спустя 80 с лишним лет после страшной катастрофы кое-что доказано точно и с научным обоснованием. Мы поднимали там несколько кусков металла и, значит, отдали его для анализа в Бетфордский океанографический институт. Они, значит, анализировали химический состав. И они нашли, что в металле много серы, которая придавала ему хрупкость, лишала его, так сказать, эластичности. Это значит, что корпус «Титаника» был сделан из бракованного металла. Кто сэкономил большие деньги на этих махинациях, одновременно крича о непотопляемости, сверхнадежности и невиданной прочности суперлайнера? Ответа нет. К моменту сенсационного вывода ученых о негодном металле хозяев и создателей «Титаника» уже давно не было в живых. Другие, вполне правдоподобные версии гибели «Титаника» тоже есть. Англичанка Эмили Ричардс была среди спасенных пассажиров. Ее свидетельские показания засекретили. Но эта дама не остановилась. Вот выдержки из ее интервью одной из британских газет. «Капитан нашего корабля перед крушением был сильно пьян. Я видела его в баре. Мистер Смит требовал один стакан виски за другим. Что было ожидать от такого моряка? Только капитан виновен в том, что мой бедный брат и другие несчастные утонули». Доводы Ричард судебные чиновники сочли результатом сильнейшего стресса, который, безусловно, был у всех выживших пассажиров. Надо сказать, что такие заявления тогда даже не рассматривались, хотя о пьянстве Смита на борту говорили и другие спасенные. Также не принимали всерьез и другую гипотезу. Согласно ей, «Титаник» якобы торпедировала германская подводная лодка. Сторонники этой версии ссылались на трагедию другого трансатлантического лайнера, британского парохода «Лузитания». Его действительно потопила подлодка немцев. Но это было в 15-м году, шла Первая мировая. В 912-м до боевых действий было еще далеко. Это все фантазия. Фантазии нужны факты. Я так думаю, что вряд ли это фантазия каким-то образом могла быть реальной. Ночная торпедная атака
в условиях той поры была невозможна. Иметь подводную лодку, которая могла бы двигаться со скоростью близкой скорости «Титаника», или более того, знать настолько в деталях маршрут «Титаника», чтобы вот с точностью до миллиметра встретить «Титаник» именно возле того самого пресловутого айсберга, чтобы потом все списать на айсберг, на этой же области, знаете, досужих фантазий. Какие бы версии катастрофы «Титаника» не обсуждались, итог один – сотни загубленных жизней, изломанных судеб выживших, гибель лучшего в мире пассажирского лайнера того времени из-за элементарного нарушения морских законов, жадности владельцев корабля, их желание сорвать большой куш. Но вот что удивительно. Трагедия «Титаника» неожиданно оказалась прибыльным делом и в наши дни. После первых погружений российских глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» к останкам «Титаника» стали спускаться и другие. Только не для научных исследований и съемок. Французы провели еще две экспедиции на «Титаник» и очень хорошо почистили дно. Вроде бы для музеев. И, наверное, самые такие вот дорогие предметы и самые, в общем, значимые, они, видимо, все-таки осели где-то в частных, значит, коллекциях. Потому что были и аукционы предметов с «Титаника», и все продавалось по баснословным ценам. И все-таки есть вещи, которые попали в музей памяти «Титаника». Пронзительные свидетельства той давней трагедии. Через несколько часов после гибели лайнера матросы корабля «Маккей Беннет» подняли на борт тело ребенка. Чиновник, который занимался уничтожением личных вещей погибших, а такое распоряжение было дано, чтобы не допустить мародерства и спекуляции, не смог сжечь ботиночки малыша. Нарушив закон, он их спрятал. Через много лет внук этого человека передал ботиночки в морской музей Галифакса. Там они находятся до сих пор. С помощью ДНК было установлено имя младенца – Сидней Лесли Гудвин. Младший сын электрика Гудвина, того самого, который так спешил в Америку на новую работу. Ботиночки мальчика, которому было 19 месяцев в момент, когда он погиб. Самая душераздирающая память «Титаника», потому что вместе с Лесли погиб его отец, мать и пятеро братьев. С каждым годом все глубже уходит в ил и песок океанской впадины ржавый остов корабля, который когда-то называли морским богом. Символ непомерного тщеславия и алчности для одних и знак беды для других, для сотен жертв катастрофы. Вместе с «Титаником» скрываются во мгле тайны его гибели. Тайны, которые до конца уже не будут раскрыты.